Пропагандиста русского телеканала НТВ Вячеслава Немышева принудительно вернули в Российскую Федерацию на пункте пропуска Синьковка. Также ему запретили въезд в Украину сроком на 3 года. Такое решение приняли в Службе безопасности Украины. Накануне российского журналиста задержали в Киеве полицейские, после передали в СБУ. При проведении досмотра у него изъяли аккредитацию в так называемую ДНР, а также в ведомстве установили, Немышев с весны прошлого года работал на временно оккупированной территории Украины. Готовил ряд лживых антиукраинских материалов для российских СМИ в интересах боевиков.